Дорогие друзья, 123-й псалом из песней восхождения. Немного материалов мы по нему имеем. Первое, 123-й псалом всегда рекомендуют мудрецы читать при пересечении реки или моря. Написано, что это очень-очень хорошая сгула, чтобы благополучно пройти это все. Вообще, духовная основа написана этого псалма, это то, что наши глаза всегда должны быть устремляться к Богу. От него исходят наши все избавления, и беды, и радости, и горести, все от него, поэтому договариваться-то надо с ним. И люди иногда делают ошибку, когда уходят в другое. Это хороший псалом для хазана, ведущего молитву, для любого человека, работа которого связана с голосом, чтобы быть безошибочным, и в первую очередь хороший голос читают этот псалом. Для преподавателей, для лекторов, для ведущих учебы и так далее. Кстати, пишут, что таким людям лучше читать 123 и 124 вместе сразу. Написано, чтобы вернуть сбежавшего служащего или члена семьи, нужно написать на пластинке свинца Тегилим 123, но это очень древняя такая кавана. А то, что более ближе к нам написано, чтобы найти беглеца, узнать, где находится пропавший, и что еще интересно, вернуть детей в пределы семьи, да, читают этот псалом. 123-й псалом мудрецы называют «Просьба о милосердии и спасении», так его и надо понимать. Брахава от слаха.